Сегодня, 6 июня 2024 года, за неделю до праздника Вознесения Господня, Русская Православная Церковь Московского Патриархата отмечает праздник Ксении Блаженной и ее прославления в далеком 1988 году. Еще был Горбачев, Советский Союз, 6-я статья Конституции, Коммунистическая партия, сталинисты еще жили и так далее, а мы, слава Богу, прославили Ксенюшку Блаженную. Я венчался в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище с супругой моей драгоценной Натальей. Мы посещали его тот же день и до этого, и там исповедовались в первый раз и так далее, и тому подобное. Благословление брали в Смоленском храме у отца Александра. Значит, потом его перевели в другой храм. И были, конечно, в часовне, помазание маслом было после венчания. Такая благодать. И вот сегодня день Ксении Блаженной. Поздравляю вас от всей души, всех, кто носит имя Ксения. Ксюш, всех поздравляю. У меня старшая племянница, в ее день родилась накануне праздника. И вот я хотел упомянуть о том, что еще до, значит, прославления в Русской Православной Церкви Московского Патриархата зарубежный собор, а именно Синод Русской Православной Церкви за границей, 24 сентября 1978 года канонизировал, значит, Ксению Блаженную, значит, в чине святая преподобная, в чине святой преподобной почти на 10 лет раньше. И вот эта тема прославления в реке святых, она очень остра до сих пор. Дело в том, что после того, как воссоединилась русская зарубежная православная церковь за границей с нашей церковью Московского Патриархата, случилось это в 2007 году, кто не помнит, значит, 17 лет назад, праздники у нас остались разные. У зарубежной церкви дни почитания святых и их прославления остались. А наша Русская Православная Церковь Московского Патриархата их праздники не приняла. То есть вот у них день прославления 24 сентября, у нас в календаре его нет. 24 сентября прославление Ксении Блаженной в 1978 году. У нас этого нету в календаре. Почему, не знаю. То ли нам стыдно, что мы на 10 лет запоздали с этим. У нас вообще в Русской Православной Церкви Московского Патриархата с прославлением, с тем, как долго мы это делаем, как медленно, как тяжело и мучительно, и как это все долго готовится, разговоры давно ходили, и в нулевые, и в 90-е, и так далее. Когда шел территориальный спор за земельные участки, храмы, конец 90-х и нулевые между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью, были суды, были тяжбы, мы отсуживали, прибирали к рукам храмы, монастыри, земельные участки в Израиле. Там целая история была. Значит, и в итоге воссоединились, но праздники не все приняли. Кое-что осталось. Ну, это осталось в ранге традиции. То есть вот у них традиция. Но это все от лукавого, конечно, я так считаю. Я это видео записал только для того, чтобы вы это знали, что у нас могло бы дней памяти Ксении Блаженной и Иоанна Кронштадтского, о котором сейчас расскажу, больше, но не стало в нашем календаре Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Про Ксению Блаженную я вам рассказал. А вот теперь еще в июне месяце, 16 числа, по-моему, так, или я что-то путаю, сейчас я вам скажу точнее. 14-го, да.
14 июня, через 8 дней, мы будем вспоминать прославление праведного Иоанна Кронштадтского. Мы – это в нашей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Прославление состоялось в 1990 году. Еще раз, 14 июня будем вспоминать Иоанна Кронштадтского. 90-й год. А теперь спросите меня, когда прославили в Русской Зарубежной Церкви святого праведного Иоанна Кронштадтского? 1 ноября 1964 года. Представляете себе? Более чем на 25 лет раньше. О чем это говорит? О том, что там люди молились уже святому Иоанну Кронштадтскому 25 лет, пока мы прославили в России. Вот этот диссонанс, то есть люди прославили, иконы написали, монастыри, храмы открыли, детей называли именем святого, праздники отмечали и тому подобное, а мы еще только ждали прославления. Четверть века с лишним. Представляете, одна церковь с 2007 года. И тоже в нашем календаре Московского Патриархата нет такого дня, 1 ноября, день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского и его прославления. Только наши прославления. 88-й Ксения Блаженная, 90-й год, Иоанн Кронштадтский. Вот такой нонсенс. Но к чести надо сказать и справедливости, процесс канонизации Иоанна Кронштадтского в зарубежной церкви начался с ноября 50-го года. Они тоже долго, 14 лет думали, вели переговоры, переписки, собирали данные, сведения, факты чудотворных, значит, помощи его, святого праведного Иоанна Кронштадтского и так далее, и тому подобное. Переписка там между иерархами была, там это вот волокита церковная чиновничья, она вот там тоже 14 лет длилась. Пока 1 ноября по новому стилю в 64-м году на Поместном соборе он не был прославлен. Вот такая кухня, о которой я хотел вам рассказать. Так что есть у нас люди, такие особо почитающиеся праздники церковные, которые почитают дни Иоанна Кронштадтского и Ксении Блаженной, и, как в календаре прославления зарубежной церкви, и наши. Но наши не включили эти дни. Вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео. Еще раз поздравляю с праздником Ксении Блаженной. Надеюсь, что прославления дальнейшие будут быстрее происходить, без этой волокиты. Жизнь земная короткая. Люди должны успеть помолиться, поклониться, верить, давать имена и так далее и тому подобное. Не надо волокитить. Это мой призыв, как мирянина Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Жду на приеме. Спасибо за донаты. Идем дальше.